на эстраде есть певица, просто чудная девица. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава. А как только запоет, Golden Palace заревет. Отпраздновать свое, не буду говорить сколько, лете. Девушка с золотым голосом решила именно здесь, в Золотом дворце. Здесь хорошая сцена, есть где развернуться, вкусная кухня. Каждый день рождения у меня не похож на предыдущий. То есть я либо много гостей зову и много друзей, либо наоборот интимно. Торжество прошло с учетом всех русских традиций. Пышный день рождения – это все-таки стресс для именинника в первую очередь. Ну, есть такое дело, но на самом деле это хороший стресс. Потом будет много фотографий, видео, которые можно будет посмотреть и поржать. У входа гостей встречали бравые донские казаки. Каждого вошедшего ожидала рюмка огненной воды, испить которую полагалось непременно с остальной шашки. Основному действу предшествовал небольшой, но богатый различными яствами фуршет. Милых сердцу именинницы гостей почивали не только русскими, но и заморскими винами. Пока виновница торжества прихорашивалась, публику развлекали красавицы-казачки. Сколько наряд выбирала на сегодняшний вечер? Мне этот наряд подарили. Подарили мои дизайнеры, ребята, друзья мои, Лена с Димой. И вот, собственно говоря, я в нем и пришла. Что дали, то и ношу. А кто поздравил первый? Мама. Мама, у нас есть традиция. Мы день рождения отмечаем, вот когда сутки начинают с 13-го, мы всегда отмечаем, она меня поздравляет, а я потом всегда приношу там букет цветов и говорю спасибо. А вот и мама именинницы. У меня самая красивая, у меня самая умная. Я тобой просто горжусь. Спасибо тебе, дочь, с днем рождения. Наталья Николаевна утверждает, талант дочери разглядела сразу. Ей было, наверное, годика два примерно. Папа играл одним пальчиком на фортепиано маленькой елочкой, и она уже пела уже тогда. У нее, наверное, природное это все. На все праздники в доме Девятовых устраивали по-настоящему царское пиршество. По прошествии лет семейным традициям Марина решила не изменять. Помните, когда она была маленькая, как вы готовили праздник ее дню рождения? Мы приглашали ее одноклассников. Она очень любила гостей, гостеприимная. Задували свечки на огромном торте. Они всегда в праздники любые устраивали концерты. Я аккомпанировала ей различные песенки детские, а Мариночка успешно пела. Она с детства была уже такая артистичная девочка. Мы просто срывали аншлаг. Под вечер на огонек пожаловали именитые гости. Мы вот пришли к ней на день рождения, решили ее немножко так поздравить и пожелать ей, чтобы все, что она хорошее сделала в этом году, перешло в тот Новый год, и весь тот Новый год у нее был хороший. До следующего дня рождения. Расскажите, как в стужу, в югу вы все-таки добрались в Золотой дворец, чтобы поздравить девушку с золотым голосом? Не мог не прийти, конечно же, поздравить свою любимую Маринку Девятову с ее праздником, с днем рождения. Вся наша жизнь делится на эпохи. Была эпоха Клавдии Шевченко, есть эпоха Пугачевой. Марина Девятова открывает какую-то новую вот веху в нашей истории, нашей песни русской, народной, и не только, и эстрады в целом. Я безумно рад, что я живу в эпоху Марины Девятовой. Коллеги преподнесли Марине более чем ценный подарок – собственное творчество. Мы с тобой вдвоем. Сами не были одни, связаны дождем. Утекла та ночь водой сквозь пальцы. Рассказывай, что дарили? Часы. Причем в нескольких экземплярах, но это потому, что, скорее всего, народ уже знает, что я помешана на часах. Даже весы подарили мне. Я просто не очень понимаю, почему. Вот, видать, ну, тонкий намек. И самое главное, что подарили, это собственный визит и потрясающий вечер. Задув свечи, именинница сделала гостям неожиданный подарок – свою новую песню.